Я сейчас спросила фразу, он включил. Ты включил уже? Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Раньше я вообще не умела чистить апельсины, просто нарезала их кружочками. Ну или просила мужа, чтобы он мне его почистил. Муж чистил апельсин либо руками, и потом все руки у него были желтые от апельсинового сока, либо ножом, и тогда на апельсине оставалась вот эта вот белая штука, которая находится под кожурой. Но оказывается, существует много нормальных способов, как можно быстро почистить апельсин. И сегодня я покажу один из них. Мы будем чистить апельсин с помощью обычной ложки. Берем апельсины и хорошенько моем их под краном. Затем маленьким ножом делаем надрез по всему апельсину, но не разрезаем его напополам. Нам нужно лишь прорезать кожуру. Теперь берем обычную столовую ложку и начинаем делать вот такие вот движения, как у меня на видео. Мы как бы подлазим ложкой под кожуру и отделяем от нее мякоть апельсина. Прокручиваем апельсин в руке и делаем так по всей его площади. Ну или диаметру, не знаю, как правильно сказать. Короче, нам нужно отделить кожуру от всего апельсина. Делаем так с одной стороны, затем переворачиваем апельсин и проделываем все то же самое с другой стороны. И потом руками аккуратно снимаем кожуру. Вот так вот легко и просто можно почистить апельсин для салата или просто для того, чтобы его съесть. Посмотрите, как это просто и быстро, и наш апельсин почищен, его можно есть или использовать для приготовления каких-то блюд. Этот способ очень классный, рекомендую вам его запомнить. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Сейчас, подожди. Я очень люблю есть апельсины, но просто ненавижу их чистить. Гениальная фраза, просто.